Здравствуйте, вы смотрите «Губернские новости», в студии Павел Рыжиков. Коротко о главном в Воронеже и области. Делегация из Воронежской области под руководством министра внутренней политики Елены Дергановой принимает участие в форуме «Армия-2024», который в эти дни проходит в подмосковной Кубинке. Особое внимание к экспозициям и обсуждениям, посвященным защите людей, промышленных предприятий и транспорта. В составе делегации главы муниципалитетов, на территории которых есть объекты критической инфраструктуры. В частности, Нововоронежа, Рассашанского, Подгоринского, Новоусманского районов. Они также участвовали в работе экспертно-аналитической сессии по вопросу обеспечения безопасности приграничных территорий. Есть регионы и что продемонстрировать. Купольные системы радиоэлектронной борьбы, сконструированные ученым-изобретателем из Лисок Алексеем Михайловым, уже успешно используются в зоне СВО и постоянно совершенствуются с учетом предложений бойцов российской армии. Воронежская область на форуме представляет известнейший концерн «Созвездие», а также изобретатель, можно сказать, местный Кулибин, руководитель общественной организации, который достаточно серьезно представил на сегодняшнем форуме свою разработку. Это станция радиоэлектронной борьбы, которая может устанавливаться как на автотранспортных средствах, так и на промышленных инфраструктурных объектах. Данная станция, она очень актуальна в современном мире, и она уже, в принципе, получила испытания в боевых условиях, подтвердила свою эффективность. Достаточно много положительных отзывов. У нас уникальность этой станции еще, что сделаны антенны, они гибкие, не ломаются. Если взрывной волной идет, то антенна остается целой. Или, допустим, танк едет по кустам или веткам, зацепляется, антенна остается целой. Это наше, как можно сказать, ноу-хау, наше изобретение, которое мы внедрили на эту станцию, потому что станций их много сейчас на рынке. Но наша уникальна тем, что вот сделаны уникальные антенны. И подавление наша система до 1,5 километра. 500 подушек, одеял и комплектов постельного белья отправили из Воронежского отделения Красного Креста жителям Курской области. Это уже вторая отгрузка гуманитарной помощи в соседний регион. Первая была в прошлую пятницу. Тогда отсюда увезли 300 гигиенических и продуктовых наборов. Часть комплектов взяли из собственных резервов, часть закупили на средства российского Красного Креста. Запросы на необходимые вещи приходят из пунктов временного размещения. Помимо того, что уже успели отправить сотрудники гуманитарного движения, у эвакуированных из приграничных сел Курской области есть большая потребность в продуктах и медикаментах. Подготовка к следующей отгрузке начнется в ближайшее время. Кроме того, что сейчас делается конкретно для курян, Воронежское отделение Красного Креста помогает семьям беженцев из соседних регионов и Украины, которые размещены в столице Черноземья со сборами детей в школу. Уже укомплектовано более 1000 рюкзаков с канцтоварами, плюс сертификаты в магазин одежды, где можно приобрести форму. Школьные принадлежности придут здесь получать. Завтра к нам уже записано 100 человек, 100 детей, которые мы вот в течение недели до 1 сентября всем раздадим, всем нуждающимся. Также мы организуем 16 августа праздник для первоклассников. Вот посвящение в школу сделаем, проведем праздник, вручим сертификаты, вручим наборы школьные с ранцами. До сих пор вздрагивают от малейшего шума, рассказывают жители приграничных сел Курской области, которые вынуждены были эвакуироваться в наш регион. Сейчас в столице Черноземья и окрестностях их 380 человек, в том числе больше 120 детей. Основная часть сейчас ПВР, остальные у родственников и знакомых. В одном из пунктов временного размещения в субботу и воскресенье приняли почти 500 эвакуированных. Из них 14 дети. Есть и пенсионеры. Живут они, что называется, на полном пансионе с трехразовым питанием в номерах со всеми удобствами. Курянам в случае необходимости помогают с документами. Внимание волонтеров тоже в достатке. Собирают гуманитарную помощь всем миром, от простых воронежцев до чиновников и депутатов. В стороне не остаются и те, кто сам когда-то выехал из-под обстрелов. Так Наталья Кизилова 2 года назад бежала из Харьковской области в Воронежскую. Теперь помогает товарищам по несчастью из Курской. Поддерживает в том числе психологически. Светлана Геренко из поселка Теткино признается, такое человеческое участие просто необходимо. Несмотря на то, что сейчас семья женщины в безопасности, ее 9-летний сын до сих пор боится засыпать. У меня ребенок до сих пор ложится спать и говорит: «Мам, я боюсь».
Где-то что-то гупнуло, где-то что-то зашумело. Мам, я боюсь, летит. Но обстрел был каждый божий день, ну, можно было терпеть. Терпели мы два года это все. Но затем уже начались через каждые полчаса обстреливать. У меня плюс ребенок 9 лет. Учились на дистанционке. Вот сами представьте, как это мы на уроке. Я кричу Ларисе Дмитриевне, нашему учителю. У нас обстрел, бьют по нам. Мы все прячемся по погребам. Тоже многому не научимся. Но так в основном выехали оттуда из-за того, что часто начали очень бить. То раз или два раза в день. А это, я же говорю, через каждые полчаса. Домой тянет очень сильно. Конечно, тяжело. Сейчас теперь надо Богу молиться, чтобы дом уцелел. Все предлагают, все помогают и вещами, спрашивали документы. Ну, документы у нас целые, во всех, у четверых у нас. Но так вещами помогают. Добрым словом и то спасибо огромное, очень приятно. Когда случилось вот это горе, вот позавчера, когда отозвались, что просят, к нам заехали люди, там 48 человек реально, кто в чем? Ну что ж, не оставалось только как помочь. И вот отозвались люди с Воронежа, отозвались очень люди с Масловки, очень много и депутаты отозвались, люди, жители отозвались. Ну я сама там осталась вот в такой беде, вот как говорится, горе, наверное, сближает людей. И мне вот как-то хочется помочь людям, потому что мы, ну, мир не без добрых людей. Мы тоже, когда приехали, нам люди помогали, просто посторонние люди помогали вот в трудную минуту. Тела двух мужчин, которые погибли при падении подъемной площадки башенного крана на стройплощадке в Воронеже, не удавалось спустить с высоты больше суток. Операция началась буквально несколько часов назад. Проводилась она силами компании-застройщика с применением тяжелой техники и при участии промышленных альпинистов. Сотрудники МЧС, которые накануне эвакуировали с 15 этажа пострадавшего рабочего, делали это с риском для жизни и могут быть представлены к ведомственным наградам, подчеркнули в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Ибо башенные кран после ЧП пришел в аварийное состояние, и возвращаться за телами с имеющейся в распоряжении МЧС техникой было крайне небезопасно. Напомним, что по факту произошедшего следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Оставить в СИЗО или отпустить под домашний арест? Сегодня в Ленинском райсуде решали, где ректор ВГУ Дмитрий Яндовицкий будет коротать свои дни до середины октября. Под стражей он провел уже без малого 2 месяца. Напомню, руководителя крупнейшего вуза Черноземья задержали в июне по подозрению в даче крупной взятки за защиту диссертации своей жены. По версии следствия, Яндовицкий передал 600 тысяч рублей через посредника профессора Юрия Трещевского, а тот якобы вручил деньги председателю диссертации диссертационного совета другого вуза, где и защищалась Елена Яндовицкая. Сам ректор вины так и не признал, а дело против себя по-прежнему называет не иначе, как грязной инсинуацией. По свидетельствам стороны обвинения, за все время нахождения в СИЗО он так и не согласился разговаривать со следствием. Сам Яндовицкий уверяет, что от показаний вовсе не отказывается, просто нечего добавить к сказанному ранее, а оговаривать себя не хочет. Также прокурор попросил судью принять во внимание высокую должность обвиняемого и его авторитетность. Так, по предположению следствия, даже после задержания ректор продолжал опосредованно влиять на подчиненных, а некоторых преподавателей его сторонники даже могли заставлять подписывать положительные характеристики и петиции в поддержку главы вуза. Есть даже соответствующие свидетельские показания. В свою очередь адвокат уверял, что авторитет у его подзащитного исключительно управленческий и научный. Мол, любят Яндовицкого в вузе искренне, не как диктатора, а как хорошего руководителя. В доказательство передал судье большую кипу грамот и наград, в том числе орден за заслуги перед Отечеством 2-й степени и благодарность президента. Но это не помогло. Вердикт Фемиды – ректор останется в СИЗО. Решение суда обвиняемого не обрадовало, однако обжаловать его или нет он решит позже, посоветовавшись с адвокатом. Что касается супруги, Яндовицкий признался, что по-прежнему верит в ее научный потенциал, любит и скучает. Она дважды защищалась, она защищалась в политехе блестящей, она защищалась в Москве, в Российском экономическом университете имени Плеханова. Это самый известный диссертационный совет в области экономики, региональной экономики и экономики труда. Поэтому вопросов по ее защите у меня, как у специалиста, нет. Вы думаете, она заслуженно получила диссертацию? Так же, как и многие люди, которые сами написали диссертацию, сами написали свои публикации, она прошла этот путь достойно и честно. Переживаю об университете,
о своей супруге, о дочери, которая в этом году поступила, о результатах приемной кампании. Ну, в общем, все обычные переживания обычного человека. Я не участник процесса, и любое решение суда я буду исполнять. На другой вопрос. Я для себя совершал это деяние или нет? Я его не совершал. Тяжело без свежего воздуха и регулярных походов в поликлинику. Этими аргументами оперировала сторона защиты еще одного подозреваемого по делу завкафедру экономфака Юрия Трещевского. Адвокат рассказал, что за время домашнего ареста 76-летний профессор однажды даже упал в обморок, и ему пришлось вызывать скорую помощь. Поэтому ученый надеется на смягчение меры пресечения в пользу запрета на определенные действия. Например, выходить из дома в позднее время суток и общаться с другими фигурантами дела. Сторона защиты пообещала, что Трещевский в любом случае будет появляться на допросах по первому требованию. У следователей, разумеется, другое мнение. Они настаивали на ужесточении меры пресечения, то есть на отправку профессора в СИЗО. Мол, зав кафедры пользуется большим авторитетом, имеет серьезный научный вес и до сих пор может влиять на показания свидетелей. В итоге суд решил выбрать золотую середину и оставить все как есть. Домашний арест Юрию Трещевскому продлили еще на 2 месяца. Планируете ли обжаловать решение суда и почему? Нет, не планирую. Решение суда есть решение суда. Те, благодаря кому передается сигнал, который трансформируется в картинку на экране и звуки из радиоприемника. 13 августа российская телевизионная и радиовещательная сеть отмечает свой день рождения. Руководство Воронежского ОРТПЦ решило отпраздновать эту дату по-особенному – конкурсом профессионального мастерства. Его участниками стали команды по 2 человека из 3 филиалов – местного, липецкого и тамбовского. Чтобы доказать свое превосходство, специалистам необходимо было пройти тестирование и под пристальным взором жюри сделать свою обычную работу – настроить оборудование. Евгений Жакот продолжит. Напротив Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра собрались те, кому мы обязаны эфиром – его инженеры. Обычно их труд остается за кадром, но только не сегодня. Отличным поводом выйти из-за кулис и на камеру продемонстрировать свои навыки стал конкурс профессионального мастерства, в котором, помимо местных сотрудников, приняли участие их коллеги из Липецкой и Тамбовской областей. Это непосредственно работа, которой они занимаются каждый день. Ничего нового мы не придумали, просто систематизировали это в общую как бы канву этого конкурса. В чем главная миссия таких конкурсов? Поднять моральный дух, посмотреть тех учебок, которые проводятся по филиалам. И, собственно говоря, интерес по профессии у народа присутствует. У нас два основных задания – теоретическая часть и практическая. Теоретическая часть – это в виде тестов определяется уровень теоретической подготовки участников. Ну, это тестовые системы, там баллы за правильные ответы на вопросы. Практическая часть – это точность выполнения практических заданий по настройке антенны, по настройке оборудования, проверке его работы, скорость и четкость выполнения. Но прежде чем определить лучших специалистов, решили особо отметить самых опытных. К слову, для этого в Воронежском радиотелецентре есть добрая традиция. Уже несколько лет 2 сотрудника-ветерана, посвятивших работе не менее 1/4 века, высаживают именные деревья на местной аллее трудовой славы. Я песню вспоминаю такую. В том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Поэтому было очень приятно. Очень приятно в этом поучаствовать и остаться здесь. Профессия давно здесь прозвучала, уже 1978 года. Так, то есть это уже очень давно. Таких, наверное, теперь ветеран-ветераныч уже здесь стал. Тем временем дан старт началу испытаний. Первым делом – теория. Участникам необходимо правильно ответить на 70 вопросов о своей деятельности. Темы самые разные – от техники безопасности до внутренней кухни инженеров. Теоретическая часть была в разбросанном виде, то есть там и типа пожарной безопасности, типа теории. То есть она была неожиданна для нас в таком объеме, с такими подковырственными вопросиками. Ну, в общем, было интересно. Как оцениваете свои шансы в теории именно? Ну, я думаю, что хорошо. Теория без практики мертва. Далее участники приступают к тому, что умеют лучше всего. Настраивают специальное оборудование, причем на скорость. Маркер успешного выполнения задания – полученный сигнал. В зависимости от условия – это либо звук, либо изображение. Сложного ничего не было. В принципе, все эти действия мы каждый день выполняем, производим на объектах. Поэтому все отлажено.
Настроение у участников приподнятое, причем вовсе не из-за предстоящих наград. Все дело в том, что конкурс приурочен ко дню рождения российской телевизионной и радиовещательной сети. Вот уже 23 года она верой и правдой трудится ради зрителей и слушателей. И нет никаких сомнений, что с такими выдающимися сотрудниками она продолжит показывать класс. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Будьте в курсе событий. Впереди еще материалы об участии частного бизнеса в жизни районов Воронежской области. Все подробности через пару секунд. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Вот так, с хороводами, песнями и большой развлекательной программой отметили подгоринцы День строителя. Развлечений хватило всем. Дети радовались аквагриму и мыльным пузырям, а родители соревновались в бросании валенок и беге с коромыслом. Хорошее настроение местным жителям у Подгоринского дома культуры организовал воронежский филиал компании «ЦемРос». Подарил нам освещение на сцену, отремонтировал сцену в парке. Еще является активным спонсором казачьего братства Всероссийского фестиваля. В этом году мы сделали много совместных акций, мероприятий, а также сделали конкурс молодежного творчества «Молодой Подгоринский». Благодаря слаженной работе производственных подразделений с начала года было отправлено потребителям 1 116 000 тонн цемента. Это на 50 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. Цемент мы с вами доставили, начиная от Мурманска до Краснодарского края. За 7 месяцев текущего года произвели 955 тысяч тонн клинкера, что на 12 тысяч тонн больше по сравнению с прошлым годом. Этот результат – свидетельство эффективной работы коллектива, инновационных подходов и постоянного стремления к совершенствованию. Это предприятие для райцентра, можно сказать, градообразующее, а потому активно помогает делать жизнь подгоринцев комфортнее. В рамках корпоративной стратегии развития регионов присутствия разработана комплексная программа «Делаем мир лучше». Ее главная цель – создать в муниципалитете условия, аналогичные тем, которые есть в мегаполисах. В 2023 году было подписано трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между воронежским филиалом ЦемРоса, правительством области и администрацией Подгоринского района. Теперь предприятие помогает строить не только мосты, дороги и дома, но и достойную инфраструктуру на селе. Муниципалитет такое взаимодействие очень ценит. Тем более, что завод также участвует и в культурной, и в социальной жизни района. А местная футбольная команда символично называется «Цементник». В рамках программы «Делаем мир лучше» в 2024 году компания направила около 16 миллионов на комплексное развитие территории. Это ремонт школ, детских садов, оснащение оборудованием школ, создание профильных классов и создание общественных пространств. Но мы на этом не намерены останавливаться, и до конца года еще более 6 миллионов направим на программу «Делаем мир лучше». По случаю праздника за труд и преданность профессии в Подгоринском районном доме культуры наградили лучших сотрудников воронежского филиала компании «ЦемРос», посвятивших свою жизнь производству цемента. Плюс творческий подарок от заводской музыкальной группы. Франшиза для тех, кто ценит свободу. Именно такой девиз лежит в основе деятельности сети магазинов «Около», которая по франшизе развивает X5 Group. Главный принцип – сохранения операционной самостоятельности предпринимателей при использовании дополнительных возможностей федерального ритейлера. От оптовых цен при закупке до оснащения магазинов и доступа к передовым аналитическим инструментам. По всей России уже работает 300 франчайзинговых магазинов «Около». Юбилейный в минувшую пятницу открылся в поселке Начало Росошанского района. Франшиза «Около» запущена в декабре прошлого года и предназначена в первую очередь для опытных предпринимателей, у которых уже есть розничный бизнес. В московском регионе и республике Башкортостан магазины «Около» открываются по модели прямой франшизы. В остальных регионах, включая Воронежскую область, по модели мастер-франшизы. В первом случае X5 для бизнеса осуществляет прямые поставки товаров в магазины «Около». Во втором случае
функцию доставки товара до магазина «Около» осуществляет наш региональный партнер «Мастер-франчайзи». Региональным партнером «Около» в Росоши стал местный молочный комбинат, который за годы своего существования успел выстроить идеальную логистику. Теперь же, будучи мастер-франчайзи, наравне с товарами собственного производства они доставляют до магазинов еще и продукцию компании X5. Экономика здесь простая. Мы берем по оптовой цене в X5 и продаем по цене, самой маленькой наценкой для наших магазинов традиционной розницы, где они сами уже смотрят, какую наценку сделать. Ну, так как конкуренция у них очень жесткая, то наценку делают сейчас и минимальную. Но за счет роста количества магазинов будет расти объем. 150 квадратных метров и без малого 3000 видов товара. Да, магазин небольшой, но при этом наполнить его продукцией не так-то просто. К счастью, в этом помогают специальные сервисы, которые позволяют не только заказать удобную доставку всего необходимого ассортимента, но и получить определенные рекомендации по востребованности товаров. Один из таких сервисов – платформа Made24. Говоря простыми словами, это маркетплейс для среднего и малого бизнеса с возможностью удобной автоматизации заказов и оперативной связи со всеми звеньями цепи дистрибьюции. Владелец магазина или товаровед может с помощью нашего приложения выбрать любого поставщика, который есть в этом регионе, выбрать любой ассортимент, заказать товар и, соответственно, получить потом его от поставщика. Поставщик, соответственно, получает всю базу торговых точек, которые уже зарегистрировались на маркетплейсе, может проводить для них специальные акции, специальные программы, да, и развивать тем самым свое сотрудничество с торговыми точками. Открытие нового магазина для небольшого поселка – настоящее событие. Особенно, когда сразу после торжественного перерезания ленточки можно выиграть ценный приз. Такой, как, например, плазменный телевизор. Думаю, ну, может повезет, может не повезет. Я не был уверен вообще. Я думал, сейчас, ну, не может сейчас выйти моя фамилия и имя. Но вот получилось так, как получилось. Никогда в жизни вот так вот не выиграл в таких мероприятиях. Это теперь мой любимый магазин. Развитие франшизы идет, что называется, семимильными шагами. Цели на будущее еще более амбициозные – увеличить свое присутствие как минимум в 10 раз, чтобы магазины-партнеры всегда были рядом, около покупателя.